Всем привет, ребят. Ну что, сейчас посмотрим на таланты, что, сколько, чего дает. Энциклопедия у нас для этого, в принципе, есть. Сейчас будем рассматривать. Ну, блин, реально, это просто жесть, ребят. Девятые просто добавляются новые умения. Восьмерки пока. И девятки тоже будут. Я в шоке. Я, честно говоря, вот с этого в шоке. Девятая ремка, 100 энергии, еще 90 чего-то. Я не знаю чего, китайский. Я жду уже перевода, хотя бы на английский. Там уже будет понятно, я смогу перевести. Надо, пока недосконально я выучил китайский. Но, блин, это реально просто жесть. Я не знаю, что вам сказать. Давайте, кстати, посмотрим. Так, изначально по рунам хотя бы, по эмблемкам. Ну, в общем, ожива, 9-я, опять что-то добавляется. Смотрим, семерка, 1600, 90 тысяч. Плюс 200 урона. Ну, ожива такое себе, но опять же, неизвестно какой бонус. Тяжелый удар. 7, 8. В общем, непонятно тоже, но интересно. Возможно, это будет опять же отражаться на том же самом архидемоне. Семерка, 3700, 4200, плюс 500. Ремка просто шок. Я, честно говоря, до сих пор в шоке. Седьмые, восьмые и девятые пока от нас скрыли. Но, скорее всего, и дальше до десятки будет качаться. Ну, я не знаю пока, чем качать, но посмотрите на это. Просто жесть. Ожог. 50% на девятке 65. Офигеть. Еще что-то добавляется. Ну, это просто жесть. Рунами можно будет собрать, и у меня, по-моему, на основе хватит, чтобы рунами просто собрать, поставить там какой-то талантик офигенный и рунами собрать. Ну, просто я в шоке. Тысяча, 1400. Меня уже зовут. СУшка. СУшка. 6, 7, 8 раз и опять что-то добавляется. 4505, офигеть, урон растет, конечно. Так, это что у нас? Это у нас огненная защита. 50, 45, 50% и 40 чего-то, не знаю. Не знаю, что за процентуальный шанс, но, блин, интересно. Ну, это такое ракуха. Разбросик тоже, кстати, очень интересно. Смотрите, добавляется 90 стоит и 4, 4,60. Может, блин, ну я не знаю. Это только предположить можно. Надо будет узнать, откуда камни прокачать. Вот, кстати, неплохо этот замедление будет тоже на девятку. Бег 75% станет. Бег тоже что-то добавится, может и нет. 70-90% с берса, офигеть. Может, тыковка с берсом будет уже актуально. Так, тут что у нас? 70, ну, каменка фигня по сути. Так, с 90 сразу 140, офигеть. Бог войны, ребят, не сливайте, будет тоже актуальным. Очень даже. 160% жизни. Офигеть. 20%. Неплохо. Вот это, кстати, интересно. 115%, 125%. Да кто будет качать талант на 125? Я не знаю, есть смысл. Ну, это если бы вот... Кстати, руны. Вот руны, это интересно. Вот все-таки это вот будет интересно. Жесть. Просто жесть, ребят. Я не знаю. Сейчас добавлю вам еще один видос. В общем, у вас будет сегодня куча разных видосов. Не знаю, слышно вам там, не слышно, шумит, не шумит. Я вам пилю видосы. 90%. Просто офигеть. Психощит, ну психощит.
Да, блин, и психощит тоже предусмотренный. Смотрите, 5, 20%, 30%, 50%. А, это 20 жизней. 90 жизней на девятке. Офигеть. Вот это будет жесть. Это реально будет жопа. 90% от психосчета, 4 секунды, ну, интересно будет. Корка я уже показывал. Я, честно говоря, просто в шоке, что они сделают. Я не знаю, чем это все качать. 33, 45 энергии. Какие-то почти половина и 40% чего-то дают. Жесть. Шанс крита. Ну, это такое себе. Даже тут уже 110% будет на девятке. Грубая тоже, блин, сразу плюс 30%. Увеличение 1,2. Круто. Прирост в рунках, блин, плюс 800. Железная. 18 секунд. 22 секунды. И сразу же плюс 50, как бог войны. Офигеть. Просто офигеть. Тоже такой же прирост. Исцеление интересно, кстати. 130%. Круто. Тут у нас улучшится плюс 10. Блин, тоже очень офигенно будет. Ну, не знаю, что вам сказать. В общем, ребят, это просто жесть, а не обнова. Я не знаю, где эти камни брать, но я надеюсь, что там особо доната много не надо будет. А это просто пипец. Плюс 40%, уменьшение 15 получается. 6400, 5600. Тут вообще, блин, урон такой бешеный дает. Это просто жесть. Ой, капец. Капец, капецкий. Не знаю, кстати, тоже 40-45, плюс одна клетка остается. Ну, такое себе, это неинтересно. Что тут у нас 120%. Неплохо, 60. При цели все так же. Раскол там, просто урон увеличивается и 22% от жизни. Ну, такое, 22% срабатывания тоже неплохо. Тут у нас только меняется жизнь, по сути. А вот новый талантик, вот я не знаю, что он там дает особо. Но, судя по всему, он дает что-то очень интересное, какие-то шансы. Урона мало, жизнь, в общем, какой-то будет офигенный вспомогательный талант. Не знаю, что он дает. Я как бы его выбивал, мы смотрели, я думал, что на этом. Ну, короче, вот так вот. Что могу вам сказать? Думаю, вы и так все поняли. Обнова рассчитана, опять же, на донат, на то, что вы... Ой, смотрите, 10... Заберем. А, это я, по-моему, ролил эти. Не таланты. Или героев. Зарулил героев, скорее всего, что там нам дали. Ну, такое себе сегодня. Одного рассчитано на донат. Вот седьмые эмблемы. Полным ходом уже на китайке начали продавать. На русском я не знаю, ли это будет. Но реально, сегодня покуем с вами. Попозже, уже вечером, думаю, я поделаю. Посмотрим. Что и как, ну вот видите, смотрите, что сколько всего дает. Просто бахнуться можно. Никогда не было на китайке таких пасаров. По 200 расходники. В общем, будем поднимать скоро китайку в топ. Я надеюсь. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу... Ну, восьмые руны, это к этому все как бы... Будут и девятые, ребят. Будут и девятые, поэтому не сильно там... Надейтесь, будут и десятые скоро, я думаю, то же самое. Я считаю, этого не надо было делать. Можно было сделать больше контента, какого-то интересного, какие-то локации. Да, локаций у нас и так много. Сделать запоминалки, блин, зачем вот тупо все время нагнетать. Сделайте там, ладно, на донат какие-то плюшки сделайте. Донаты как донатили, так и будут. Но сделайте для общего, то есть, ну, чтобы был интерес в игре. А так получается только донат, а дальше... Непонятно, что и как. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, я сейчас вам загружу видосы и буду дальше уже пилить. Вы пишите комменты, что вы думаете. Ну, реально, обнова просто мега крутая, если брать в плане улучшения. То есть, откинем донат. Обнова, конечно, прогресс очень большой, изменений много.
Посмотрим, что будет дальше. Вот это вот самое интересное. Я пошел дальше качать нового героя и решивать. Все. Всем удачи, всем пока.